Всем привет! Сегодняшний обзор про хайлайтер от компании Physicians Formula. Это мой второй хайлайтер, и на этот раз я заказала светлый цвет Pearl. Вот, у меня уже до этого был мой, и он такой очень бронзовый, классный, и под мою кожу подходит идеально. Он такой мягкий, ну прям замечательный хайлайтер, я им пользуюсь чуть ли не каждый день. Он пахнет вкусно, шоколадками какими-то. Этот цвет шампейн назывался. Вот. Я чисто на пробу заказала светлый оттенок, посмотреть вообще, подойдет ли для моей темной кожи. И я вам скажу, что да, он идеально подходит, особенно там в области бровей, чтобы, то есть не такой желтоватый оттенок, как у этого. То есть если у вас светлая кожа, скорее всего, вот такой цвет шампейн на вас будет смотреться нелепо. Если у вас светлая кожа, то Pearl просто отлично, и даже для обладательницы темной кожи он тоже подходит. Я уже его испробовала, и он мне понравился. Он тоже пахнет, они пахнут одинаково. Такая шелковистая текстура. То есть вот такой вот перламутровый цвет. То есть, ну, вне зависимости от цвета кожи, перламутр будет смотреться замечательно. В зависимости от того, еще как растушуете. Вот. Крутые штуки. У Physicians Formula есть еще хайлайтер. Он Rose, по-моему, называется. Вот. Но его, скорее всего, я не буду заказывать. Хотя можно будет в дальнейшем подумать об этом. Вот, что про них можно сказать? Они замечательные, классные, я ими пользуюсь каждый день, они натуральные, без каких-то таких прям ядреных компонентов, гипоаллергенные, не содержат парабенов, не содержат глютена, дерматологически протестированные, клинически протестированные, cruelty-free, не тестируются на животных. Что тут? Они их много, вот я не знаю, я первых этот хайлайтер заказывала, ну вот не соврать, не знаю, месяца два, наверное, тому назад, и его, мне кажется, хватит, я не знаю, при том, что я пользуюсь им реально каждый день, хватит, наверное, на год ежедневного использования, если не больше. Вот, вот такие вот дела. Классная штука, рекомендую на лето, да и на зиму тоже, очень здорово. На этом все. Надеюсь, обзор оказался полезным. Если у вас есть какие-то вопросы, обязательно пишите. Я с удовольствием на них отвечу. Подписывайтесь на канал, будет еще очень много интересных видео. Всем пока и до новых встреч!